Для сотрудников отдела надзорной деятельности это не первый адрес, по которому они доставляют автономные пожарные извещатели. В рамках месячника безопасности в жилье за счет спонсорской помощи ими установлено уже более 300 таких приборов в домах многодетных семей и одиноких пожилых людей. Что вы хотите сделать? Мы бы хотели вам подарить пожарные извещатели. Можно что ли к вам? Одиноко проживающий пенсионер Иван Иванов с интересом встречает сотрудников отдела. О таком приборе он не слышал, потому получает подробную инструкцию, для чего он нужен и как вести себя в случае тревожного сигнала. Пожарные извещатели установлены сразу в нескольких комнатах, чтобы дедушка чувствовал себя в полной безопасности. Слышишь, как нет? Сильно. Слышно? Ну, нормально. Это одна из тех мер, которые позволят снизить риск пожаров. В Чистополе их число сократилось, однако погибших в огне стало в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Жертвами неосторожного обращения с огнем и электрооборудованием уже стали 9 человек. Автономный пожарный извещатель может своевременно обнаружить возгорание в доме. В ближайшее время в рамках месячника будет установлено еще 80 таких приборов. Мы прежде всего надеемся, что пожара совсем не произойдет в их домах, но в то же время, если он вдруг даже, не дай бог, случится, чтобы этот пожарный извещатель смог спасти человеку жизнь. Я доволен, что вот действительно об нас заботятся, устанавливают разные приборы, чтобы, как говорится, не в опасности жили. Такие пожарные извещатели можно установить себе и самостоятельно. Об этом сотрудники отдела напоминают жителям Чистополя и во время рейдов. Они проводят их совместно с профилактическими группами, раздают информационные материалы и проводят разъяснительную работу. Месячник безопасности в жилье продлится до конца ноября. Берегите жилище от пожаров. Памятка вам. Да, тоже почитаете. Ладно, спасибо. Красиво. Это вообще очень красиво получается. И все ведь с душой сделано. Работа первоклассницы Марины Горошенкиной «Грибная поляна» привлекла внимание еще во время муниципального отборочного этапа в Чистополе. Она выполнила ее специально для республиканского конкурса «Я и Красная книга». О нем объявил комитет по биоресурсам еще в начале осени. Вместе с мамой Марина собрала необходимый материал и смастерила миниатюрную грибную композицию. Поделка состоит из пеноплекса, из шишек, из красивого декора. Мы эту поделку делали около недели. Среди участников конкурса «Я и Красная книга» и воспитанники детских садов, и школьники из самых разных городов. По решению республиканского жюри «Грибная поляна Марины» вошла в тройку лучших работ среди учащихся начальных классов. Это наш не последний конкурс. Ее имя еще услышит город. Вот. Так что будем работать. Дети, подчеркивают, для себя не делают, они листают красную книгу, они смотрят, что действительно каждое растение, каждое животное, оно уникально, оно красиво. И мне кажется, это огромная польза для детей, для нас и для всех. И вот такие работы сделали. Всего из Чистополя по условиям конкурса направлено в Казань на республиканский этап 10 лучших детских работ. Хотя желающих посоревноваться было гораздо больше. На базе администрации природного заказника «Чистые луга» сегодня выставлено более 50 поделок из природных материалов. Из тыквенных семечек, да? Это каждую семечку обклеивали, сделали. Это вот это разве не труд? Это вот медведь, бурый медведь сделали. Все детские поделки и рисунки будут использоваться в дальнейшей просветительской работе. Участники муниципального этапа за участие в конкурсе получат грамоты и подарки. Первых посетителей выставки на втором этаже музея встречают картины Павла Самойлова. В зале работы Анатолия Дернова и Анатолия Зиновьева. В каждой из них нашли отражение городские улицы, природа родного края. Тематика всех картин одинаковая. Но, глядя на некоторые из них, зритель попадает в совершенно другой мир. Как добиться такого эффекта – загадка. И разгадают ее только коренные чистопольцы. Мы решили сделать так, отразить именно наши Прикамья, наши места, наши вот прекрасные места. И поэтому вот мы решили таким образом, потому что работ очень много и работы разные.
Для Анатолия Дернова событие не только радостное, но и волнительное. Художник отметил, что готов выслушать не только комплименты, но и критику. За свою жизнь он написал более 600 работ. Отобрать для выставки самые лучшие он не решился. За него это сделали его единомышленники. 12 работ моих, Анатолия Андреевича 12, Павла Ефимовича, у него там по коридорчикам, у него, он тут заполонил своими работами, чудо, смотришь, не насмотришься. В соседнем зале были собраны работы Владимира Окаркова. При жизни художник нигде их не демонстрировал. Чистопольцы впервые увидели его картины на выставке. Их предоставил внук. Они разные по цветовой гамме, но сюжет почти одинаковый – о родном городе. Посетить выставку можно будет и в ближайшие дни. Я не грущу о прожитых годах, и каждый день по-своему мне дорог. Я счастлива, что жить живу сполна. Анна Затеева читает свои стихи на первом в этом году заседании клуба романтических сердец «Планета Венера». Она возглавляет его уже более 10 лет. Клуб объединяет людей пенсионного возраста, тех, кому необходимо общение и дружеская поддержка. Из-за пандемии в этом году встречи были приостановлены, и вот только сейчас творческий сезон клуба стартовал. Мы ведь люди, мы поэтому ищем общение какого-то, разного какого-то воспоминания, обсуждение каких-то своих трудных моментов в жизни. Поэтому, мне кажется, поэтому и собрались у нас здесь люди такие. Не только просто стихи почитать там или музыку послушать, именно вот душевное общение. Один из постоянных участников встреч Владимир Улыбин. Сюда он приходит с момента образования клуба. Здесь вместе со всеми отмечает свои дни рождения и праздничные даты, принимает участие во всех мероприятиях. Клуб располагается на площадке территориального общественного самоуправления в микрорайоне кирпичного завода. Такая поддержка помогла пенсионерам вновь продолжить встречи. Уже оказал содействие в приобретении музыкального инструмента отдел культуры. Перчушки маленькие такие прочие. Дед когда-то может организовать такое какое-то мероприятие, уже это сложнее, без посторонней помощи. То есть это все равно поддержка нужна? Ну, естественно, конечно. Люди заслужили это. Вспоминаем свои песни, попоем иногда, позанимаемся вот немного своими ручными трудами. Кто еще помнит, как коврики мы вязали раньше, всякие носочки, вышивочки. Вы знаете, это очень хорошо для самочувствия, наверное, и сердечко, и не чувство такого, что он где-то сидит один на кухне и ждет, когда дети придут к нему или смогут, не смогут. Встречи в клубе проходят каждое воскресенье в 14 часов. Его участники приглашают в свои ряды всех тех, кто желает обрести новых друзей и единомышленников. Тем более, что новый сезон обещает быть плодотворным. Если будут люди больше собираться, и будет это, как говорится, больше распространяться, говорить, и люди пойдут. Девятнадцатого декабря Федеральным агентством по делам национальности и Министерством национальной политики Удмуртии будет озвучен итог проведения в регионах международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Напомним, что он состоялся еще в начале ноября. В нем смогли принять участие все жители городов и районов, желающие проверить свои знания. Каждый диктант – это изучение истории народов, которые проживают в России, изучение их быта, культуры, общения. То есть каждый год, поэтому мы считаем своей честью библиотекаря писать диктанты. Я думаю, мы будем всегда писать, готовиться к этому. И, естественно, прежде чем приступить к диктанту, мы просматривали тоже некоторые источники, энциклопедии просматривали вопросы, на которые отвечали в течение 4 лет. Но, тем не менее, те вопросы, которые были заданы прежде, они, естественно, в 5-м диктанте не были озвучены. Уже сейчас на сайте диктанта все участники могут ознакомиться с правильными ответами. В настоящее время в регионах, в том числе в Татарстане, готовится аналитический отчет по уровню грамотности населения. Какой самый высокий балл у библиотекарей? У библиотекарей в том году был 98. В этом году сказать не сможем, мы скажем чуть позже. И вообще все вот эти баллы будут опубликованы на сайте Федерального агентства по делам национальности в день Российской Конституции к декабрю, 12 декабря. Если мы с вами помним, она отмечается так.